А сейчас мы переходим к более локальной проблеме, но не менее обсуждаемой в нашем городе. Как известно, Нарьян-Мар является административным центром полноценного субъекта Российской Федерации. Статус столицы, хоть и региональный, дает право любому городу, как культурному и деловому центру, быть более развитым в инфраструктурном плане. А столица нефтяного региона и вовсе должна сверкать во всех смыслах этого слова. Одной из главных составляющих этого сияния должна быть дорожная сеть. Но что мы видим сейчас? Единственная дорога, связывающая Нарьян-Мар с поселком Искатель, находится в ужасающем состоянии. Ямы и выбоины не только играют на нервах водителей, но и приводят к авариям, зачастую со смертельным исходом. Трассы, конечно, ремонтируют, но какого качества этот ремонт? Отмазки вроде на севере нормальных дорог не построить ввиду климатических условий не пройдут. Примеров масса. Например, Норвегия с ее шикарными дорогами. Олег Итанзейский оценил состояние Нарьян-Марской проезжей части и узнал, будет ли в окружной столице когда-нибудь хоть что-то напоминающее автобан. Эх, дороги, эти слова из знаменитой песни в точности отражают наши дороги. Такие же пыльные, такие же туманные, только в кавычках. Согласятся все, что в городе их по сути нет. Одни ямы, колдобины год от года. Хотя с нашим бюджетом они должны быть как минимум хорошими. И погодные условия здесь ни при чем. Вот, к примеру, в Норвегии они же идеальные, а там тоже крайний север. А почему нет? Конечно, это не мешает. Крайний север. Или не крайний север, если все делается по технологии. Дома же у нас как бы из кирпича стоят. Стоят, конечно. Стоят. Это Норвегия и их дороги. Причем, заметьте, в стране зима. Сначала ездил, когда асфальта не было. Лучше бы его не было. Лучше бы не шины, было бы. Шины хоть целые. Да. А это столица Ненецкого округа и наше бездорожье. На улице лето. Это снова Норвегия и снова их идеальные дороги. Дальше уже комментарии не требуются. И вот так это вся дорога. Вся. Да, вся, вся. Начиная от Искателей, кончая, блин, конечно, Кармановкой. Туда, и Кармановка, и конечно сюда. Без разницы. Пассажир, который снимает видео, в гневе комментирует происходящее. Вот дорожники латают очередную колдобину. Поблизости никакой специализированной техники, в руках строителя ведро, в нем непонятно что. Один из богатейших округов в России. Да. Единственная дорога протяженностью 10 километров. Последний раз капитальная реконструкция дорожной сети в городе была проведена почти 10 лет назад. Целиком тогда заменили асфальт, с тех пор лишь сезонные ямочные ремонты. В этом году он еще не закончен, хотя по срокам уже должен был. ДРСУ ссылается на позднее прибытие в Нарьян-Мар необходимых ресурсов, а еще нехватку специалистов. Последние 4 сезона асфальтированием занимались приезжие бригады из южных стран. Сейчас рабочие не приехали, в итоге этим летом дорогу приводили в порядок наши местные кадры, не имея должного опыта. Больше не знаю, одни ямы только. Как бы да, делают, но все дождем размывает и опять, я не знаю. Ремонт некачественный, все эти ямы снова, поэтому только двойка. Только в плюс, в минус никак нельзя, но ниже нуля поставить. Можно? Можно, но минус 5. Вообще, ну каждый год одно и то же делают. Одни и те же дыры, а они все больше и становятся, вот и все. Ну, так, а чтобы сделать хорошо, надо весь асфальт снять и положить заново. Тогда будет хорошо. Деньги ведь есть мокрые. Только что они так это делают, что такой слой положили, да и все. Оно тут же водичка пошла и выбивается по-новому. Избавить от выбоин городские дороги ДРСУ обязали в срок до 20 сентября. Начинать нужно фактически с нуля. Те работы, которые были проведены еще летом, пошли на смарку. После первых дождей огромные ямы снова появились в асфальтобетоне, словно после бомбежки. Вот, ну, работы не закончены сейчас. Им приходится, в общем-то, снимать практически весь асфальт, чтобы его переделать. Вот этот? Да, вот этот. Потому что только его положили вот недавно, да, ну, неделю назад, и уже видно, что он непригоден. Очередная грубейшая ошибка ДРСУ, которая произошла опять же из-за неквалифицированных работников. Дорожники загубили контракт на несколько миллионов рублей. В районе спорткомплекса «Норд» строители положили асфальтобетон с отставанием в месяц, при этом безобразного качества. Вот это вот несколько миллионов рублей, они лежат на дороге, которая полностью не соответствует всем стандартам.
В очередной раз коммунальщики пустили деньги на ветер. Новое дорожное покрытие нужно полностью ликвидировать, а взамен, извините за тавтологию, стелить новый асфальт. А это очередное отмывание денег. В ДРСУ не скрывают, сегодня предприятию не хватает так называемого первого звена, которое выполняет главные работы. Да и основной материал уже не того качества. Асфальтобетонный завод устарел. Требуется срочная модернизация всего оборудования. Но и этим не исправить печальное положение управления. Чтобы производить качественный ремонт дорог, Евгений Елисеев уверяет, нужно обновлять автопарк. На эти цели необходимо 170 миллионов рублей. Во-первых, надо провести реконструкцию уличной дорожной сети в Наринмаре однозначно. Без реконструкции мы не улучшим. То есть ямочный ремонт, он не даст нам тех результатов ожидаемых, да, которые как бы хотелось бы видеть. То есть надо целиком менять полностью да, асфальтобетонное покрытие. Значит, на, ну, не на всех дорогах, но на большинстве, скажем так. Вот. Эту работу мы не сделаем без определенного вида, да, значит, оборудования. В свою очередь, не все так считают. Новое оборудование не исправит положение. Дороги как были плохого качества, так и останутся. Прежде всего, в регионе должна появиться конкуренция в сфере строительства дорог. И только, может быть, тогда ДРСУ хоть как-то зашевелится и, наконец, станет ответственнее подходить к своей работе. Один из, как бы, таких методов решения данной проблемы – это сюда нужно привлекать новых подрядчиков, чтобы они свое имели оборудование, естественно, хорошее, не бывшее в употреблении, не старье какое-то, да, и качество материалов, и рабочая сила, специалисты. Это очень важно. Чтобы были специалисты. Да, именно, чтобы были специалисты. Вот так откровенно сказать, по дороге, которой мы идем, ее люди делали впервые. Они ранее были заняты на обслуживании дорог, но не на устройстве. То есть дорогу строили буквально наугад. К чему это ведет? К человеческим жертвам. Только за последний год в столице региона из-за некачественных дорог произошел не один десяток аварий. Пострадали люди, в том числе и дети. Впрочем, завершить репортаж хочется хорошими новостями. Уже в следующем году, после того, как все полномочия перейдут от Архангельской области в НАО, в Наринмаре начнется работа по строительству объездной дороги, которая свяжет два городских района с помощью моста через Качгарсинскую Курью. Общая протяженность трассы должна составить около 6 километров. Обещают власти всерьез взяться за дорогу Наринмар-Искателей. По плану и должны не только полностью реконструировать, но и расширить как минимум на одну полосу. Кроме того, в 2015 году наконец-то вновь возродится строительство трассы Новосинск. Так что из известных двух российских бед, дураки и дороги, одна должна уйти в прошлое. Останется решить только вторую. Олег Атанзийский, Николай Таратин, Александр Дуркин, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». Программа «Итоги недели».